Добрый день! Здравствуйте! Второй сезон детского телевизионного проекта «Будь звездой» продолжается. Сегодня в эфире необычный выпуск. Мы посвящаем его одному из самых красивых и любимых праздников. Главная заповедь, которую оставили нам великие учителя нравственности, заключается в одном – любите друг друга. Как это необыкновенно и прекрасно, что человек рождается с этим светлым чувством в душе. И наш выпуск сегодня мы посвящаем всем влюбленным. Всем тем, кто хочет любить и быть любимым. Для вас поет Диана Орловская. Постоянная ведущая телевизионного проекта «Будь звездой». Диана учится в 8 классе одесской частной школы «Крок». Изучает иностранные языки, актерское мастерство, дефиле и занимается в Академии модельного искусства «Safrax Models». Сегодня она исполнит песню одесского композитора Олега Полевого «Мой друг». Голосуйте за Диану Орловскую! Жду тебя, мой друг, в танце снежных вьюг, гроз и потерь, мне поверь. Дождь грустит со мной, и тому виной мой силуэт, твой далекий свет. Наверное, нет на земле человека, который бы не слышал о чудесном празднике февраля – Дне Святого Валентина.
И мы хотим от всей души поздравить вас с этим светлым праздником. Что за сокровища заключены в человеке? Может быть, красивая внешность, положение или богатство? Совсем нет. Это все относительно. Без этого можно прожить. Важнее всего жизнь и любовь. Любовь даже ценнее жизни, потому что любовь – это источник самой жизни. И все песни этого выпуска о любви. Для вас поет Анастасия Березовая. Она учится на отлично на втором курсе Одесского государственного университета имени Мечникова. Изучает украинский язык и литературу, психологию и очень любит музыку и пение. Анастасия исполнит популярную песню английской певицы Лорен Кристи «The Color of the Night». А мы приглашаем вас за нее проголосовать. And dead, moving in the dark, bodies close, but souls apart. Shadows pass, and secrets unrelated. I need to know the way you feel. I'll give. Продолжает нашу программу познавательная рубрика «Минутка со звездочкой». И сегодня ее ведет юная звездочка Арина Горелик. Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам красивую, но трагическую легенду о том, почему 14 февраля назван Днем Святого Валентина.
Много веков назад, во времена Римской империи, мужчинам, которые участвовали в войнах, строго-настрого запрещалось жениться. В то время жил христианский епископ по имени Валентин, тайком венчавший влюбленных. К нему очень часто обращались люди в надежде обрести свое счастье. Когда император узнал об этом, он приказал казнить Валентина, но этим жестоким поступком не смог убить святое чувство – любовь. Согласно этому преданию, великомученик Валентин и сам влюбился незадолго до казни в дочь своего тюремщика. И перед казнью послал ей записку с нежными словами о дружбе, возникшей между ними. С тех пор люди следуют его завету – любить и беречь друг друга, несмотря ни на что. И именно святой Валентин считается покровителем всех тех, кто влюблен. Любите друг друга и до новых встреч! Романс – лирическая песня, созданная для того, чтобы воспеть в музыке любовь. Появился романс еще в 19 веке, но и в наше время не потерял свою актуальность. Екатерина Черняк исполнит песню «Романс» Игоря Николаева «Там нет меня». Катя учится на отлично в 11 классе Одесской частной школы «Ника-М». Собирается поступать в Киевский национальный университет, но расставаться с творчеством не намерена. Голосуйте за Екатерину Черняк! Там нет меня, где на песке не пролегли твои следы, где птица белая в тоске, где птица белая в тоске кружит у пенистой воды. Я только там, где звук дрожит у губ желанной пристани, где глаза твои стрижи, и где глаза твои стрижи скользят по небу пристально. Там нет меня, где дым волос не затуманит белый день, где сосны от янтарных слез, где сосны от янтарных слез утрет заботливый олень. Я только там, где ты порой на дверь глядишь с надеждою, и как ребенок все дворой, и как ребенок все дворой, ты лепишь бабу снежную. Там нет меня, где пароход в ночи надрывно прогудел, где понимает небосвод, где понимает небосвод, что без тебя сиротел. Я только там, где ты вокруг меня невидима, ты знаешь, без тебя и дня, ты знаешь, без тебя и дня прожить нельзя невидимо. Где на песке не пролегли твои следы, где птица белая в тоске, где птица белая в тоске кружит у пенистой воды. Любовь воспета не только в музыке, но и в поэзии, прозе, живописи. Хочется вспомнить стихи Эдуарда Осадова. «Любить – это прежде всего отдавать.
Любить – значит чувства свои, как реку. С весенней щедростью расплескать на радость близкому человеку. Любить – это только глаза открыть и сразу подумать еще зарею. Но чем бы порадовать, одарить того, кого любишь ты всей душою? Для вас поет вокальный дуэт Дмитрий Брензелевич и Арина Горелик. Дмитрий учится в 10 классе Одесской школы номер 85. В январе 2015 года он побывал в Польше, где принял участие в международном конкурсе «Интершоу» и стал лауреатом третьей степени. Арина – ученица 6 класса Одесской частной школы «Эрудит». Занимается пением, танцами, изучает языки. Как победительница конкурса фотомоделей была размещена на обложке журнала «M-Kids». Поздравляем ребят! Они поют о желании отдавать, радовать и дарить любовь. Голосуйте за Диму и Арину. Приход зимы, красивый скор, она опять плетет узор. Так отчего печалью твой наполнен взор? Прошу, скажи, мне не таё, могу ли что-то сделать я, чтоб мир мой озарила улыбка вновь твоя. Ты мне спой, ты мне спой о том, как в небе снег кружится, и пускай голос твой подобно белокрылой птице легко летит. Злых январских вьюг, что ты меня покинешь, мой прекрасный друг. И где-то там, Бог знает где, ты вдруг окажешься в беде. Как я смогу на помощь прийти тогда к тебе? Ты мне спой, ты мне спой о том, как и не серебрится, и пускай голос твой подобно белокрылой птице легко летит над снежною моей страной. Ты мне спой, ты мне спой о том, как в небе снег кружится, и пускай голос твой подобно белокрылой птице легко летит над снежною моей страной. Вернет мне мою радость голос твой. И в мире огромном, пусть даже далеко от дома, во мраке ночи при свете дня, знаю, голос твой спасет меня. От меня к тебе одной. И станет мне спасением голос твой. И станет мне спасением голос твой. Спасением голос твой. Спасением голос твой. Уже стало доброй традицией дарить друг другу в день всех влюбленных валентинки и открытки, символизирующие симпатию или признание в любви.
Желаем вам получить как можно больше валентинок с теплыми словами. И чтобы всю жизнь вас сопровождала и вдохновляла прекрасное чувство – любовь. Поздравляем с Днем Святого Валентина! Для вас поет шоу-группа «Ремикс». В составе ансамбля Екатерина Барановская, Маргарита Голдина и Анастасия Базик. Девчонки занимаются в студии «Светлячки» вокалом, хореографией и актерским мастерством. Любят выступать и сниматься. Они подготовили песню Евгении Зарицкой на слова Игоря Шевчука «Валентинки». Голосуйте за шоу-группу «Ремикс». Зимы тянутся так длинно, солнце пряча за снегами, плача вьюжными кругами, рек стирая берега. День Святого Валентина, он уже не за горами. День Святого Валентина, тает на душе снега. Валентинки, валентинки, растопили в сердце льдинки. Валентинки, валентинки, что шепнете февралю? Валентинки, валентинки, двух сердечек половинки. Валентинки, валентинки, просто я тебя люблю. Может, этого святого кто-то по ступи не слышит, по заснеженной крыше превратил снеговика. Не стучите в дом такого, пролетайте дальше выше. Кто-то главные три слова, где-то жит наверняка. Валентинки, валентинки, растопили в сердце льдинки. Валентинки, валентинки, что шепнете в февралю? Валентинки, валентинки, двух сердечек половинки. Валентинки, валентинки, просто я тебя люблю. Как далекие приветы от влюбленных океанов, от несбыточных туманов к нам на краешек зимы. Островки тепла и света нам свои сердечки тянут. Встретятся сердечки где-то, значит, встретимся и мы. Валентинки, валентинки, растопили в сердце льдинки. Валентинки, валентинки, что жмете в февралю? Валентинки, валентинки, двух сердечек половинки. Валентинки, валентинки, просто я тебя люблю. На этом мы заканчиваем нашу программу. Поздравляем с праздником всех влюбленных! До свидания! До новых встреч!